Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым участвовала в совещании Всемирной ассоциации исследователей в области образования «Вера в Японии». В продолжении темы педагогической науки и образования коснемся Международного фестиваля школьных учителей в Елабужском институте Казанского федерального университета, который прошел уже в 10-й раз. В преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019 ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров ознакомился с ходом подготовки зданий деревни Универсиады для заселения участников мирового чемпионата в кампусы студенческих общежитий университета. В заключение программы познакомим вас с супертехнологичным научно-клиническим центром прецизионной и регенеративной медицины, которое расположено в здании на улице Волкова, 18, и готовится принять пациентов уже в сентябре. Аналогов такому центру сегодня в России нет. Итак, делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым приняла участие в работе совещания Всемирной ассоциации в области образования «Вера» в столице Японии Токио. Ректор Ильшат Гафуров представил доклад на английском языке. Речь шла об оценке эффективности подготовки учителя, об ответственности учителя перед обществом и о государственной политике в области педагогического образования. Вообще, надо сказать, что Казанский федеральный университет отличает от многих специализированных педагогических вузов реализация различных моделей подготовки учителей, от классической до распределенной. И уникальные подходы в области педагогического образования продвинули Казанский федеральный университет на лидерские позиции в России в этом направлении и позволили приблизиться к заветной топ-100 университетов в предметном глобальном рейтинге Times Higher Education. Не случайно уже в 5-й раз на базе Казанского федерального университета ежегодный международный форум по педагогическому образованию собирает ведущих ученых мира в этом направлении. В Токио состоялось целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей в области образования. В этом году оно собрало более 1500 ученых из 60 стран мира. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров возглавил российскую делегацию. Во второй день конференции ректор КФУ представил коллегам со всего мира доклад, который прозвучал на английском языке и вызвал оживленное обсуждение у участников заседания. Ильшат Гафуров затронул ключевые вопросы педагогического образования, актуальные для многих стран. Ведь в Казанском федеральном университете используется уникальный подход в подготовке педагогических кадров. Университет работает сразу в двух системах подготовки педагогических кадров – классической и распределенной. Учителя-предметники проходят подготовку в профильных институтах. Стандартная система сконцентрирована в Елабужском институте, а в распределенную так или иначе вовлечены все институты головного вуза в Казани. Это позволяет готовить учителей, которые на уровне научных работников, ученых, знают свою предметную область. Все это уже смогли оценить не раз ученые со всего мира, самых престижных и влиятельных вузов мира. 5-й год подряд Институт психологии и образования КФУ на самом высоком уровне проводит для представителей сферы образования и психологии Международный форум по педагогическому образованию, ставший крупнейшим подобным мероприятием во всем мире. Казанского университета очень высока, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников, и это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведут совместные в той или иной степени крупные, длинные, короткие или микроисследования в области наук об образовании. Это очень важно. И сейчас все говорят очень много о цифровой экономике, о цифровом обществе. Конечно, вопрос цифровой школы и так далее. Как бы далеко не заходила цифровизация, мы с вами прекрасно понимаем, что это в любом случае инструмент для учителя. Поэтому сейчас, наверное, очень важно ставится вопрос о цифровым компетенциям нынешнего учителя и учителя, который
будет выпущен. Необходимо максимально быстро и эффективно сократить вот этот разрыв, который есть между цифровым поколением нынешних детей в школе и аналоговым поколением учителей, которые есть. При этом учитель не виноват, что он чего-то не знает. Необходимо найти вот эти гибкие, быстрые формы, когда вот эти необходимые компетенции учитель получит. В этом году свыше 600 российских и иностранных ученых обсудили актуальные проблемы подготовки будущего учителя, педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Казан Федеральный университет has taken to become a leader in teacher education in Europe. It's a very exciting event. It has grown enormously since it started 4 years ago. It's delightful to be here. Glasgow University has a really strong partnership with the Federal University of Kazan, and that's really focused in your School of Education and Psychology. КФУ удалось добиться непрерывного развития компетенций на всех уровнях образования. Все, что знают и умеют ученые университета, транслируется в практику лицея имени Лобачевского и IT-лицея КФУ, который входит в топ-100 лучших школ России. Внедряются передовые педагогические методики. Вот сегодня на педагогическом образовании 9 тысяч детей обучаются. 9 тысяч в университете на разных курсах. Да? Из них где-то порядка 500 человек обучается на татарском языке. 700 тысяч, так, да, нет, здесь с учетом Елабуги 700. 9 тысяч это... Это будущие учителя. 9 тысяч. У вас в рамках? В рамках университета. Все это привело к тому, что Казанский университет с каждым годом улучшает свои позиции в международных рейтингах по направлению образования. Так, в предметном рейтинге Times Higher Education КФУ занимает позицию 101-125 и входит в тройку лидеров среди российских вузов во всех других рейтингах. В рамках визита в Японию 6 августа также состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского с руководителем отдела трансляционной геномики РИКЕН КФУ Олегом Гусевым, в ходе которой обсуждались дальнейшие перспективы совместной работы РИКЕН и КФУ. Стоит напомнить, что Казанский федеральный университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики, расположенной в Японии в стенах мирового научного центра РИКЕН. Лаборатория РИКЕН также расположена в Институте физики Казанского университета. Это так называемые зеркальные лаборатории. Институт физико-химических исследований, или сокращенно РИКЕН, это крупный научно-исследовательский институт в Японии, мировой лидер в науке. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Казанский федеральный университет и РИКЕН совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в УЗИ целый комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ и РИКЕН в области химии, медицины и генной инженерии. Стоит отметить, что взрывной рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в Казанском университете. В ходе визита в Японию ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел переговоры с представителями японского университета Синьшу. Встреча проходила в торговом представительстве Республики Татарстан в Японии в присутствии официального представителя Тамерлана Абдикеева и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Стороны обсудили возможность открытия на площадке КФУ совместно с университетом Синьшу лаборатории по модификации полимерных материалов углеродными нанотрубками. Университет Синьшу является национальным университетом с 8 факультетами: искусство, образование, экономика и право, наука, медицина, инженерия, сельское хозяйство, текстильная наука и техника. И 6 аспирантурами. Японский вуз проводит множество исследований в 5 кампусах, расположенных в Мацумото, Нагано, Уэда и Ино. В нем работают 1100 преподавателей, в нем обучается около 11 тысяч студентов, из них около 300 иностранных. Десятый раз прошел международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте Казанского федерального университета. Фестиваль школьных учителей в Елабуге собрал в этом году более 500 участников со всей страны. Мастер-классы вели педагоги из Германии, Испании, Китая, Турции, Индии, Болгарии и Латвии. Смотрим наш репортаж. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся 10-й международный фестиваль школьных учителей. На открытии мероприятия 5 августа побывали государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов и заместитель председателя Государственного совета Республики Татьяна Ларионова. Первый фестиваль школьных учителей состоялся в 2010 году и был приурочен к Году учителя. Форум получил широкий отклик среди участников, доказав востребованность в педагогическом сообществе и стал ежегодным.
выйти на международный уровень. Темы форума подбираются с учетом самых острых и актуальных вопросов в системе школьного образования. За время работы фестиваля в нем приняли участие более 5000 учителей из разных регионов страны. В этом году фестиваль собрал более 500 учителей из разных регионов России и других стран. Главную тему мероприятия обозначили как «Школа перемен». Эксперты и практики обсудили вызовы, которые стоят перед системой образования в ходе реализации национального проекта образования в период бурного развития цифровых технологий. Вот в таких условиях, то, что вы проводите 10-й год, такие встречи, и назвали его прекрасно, и заслуженно, я должен сказать, значит, это надо продолжать, и я думаю, что мы всячески его поддерживаем. Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, как человек, который непосредственно связан сейчас с системой образования, отметил весьма значимую роль ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и все те успешные перемены, которые происходят из года в год в ВУЗе. Стать ректором, и постепенно университет встает и начинает, понимаете, подкрадывается в число топовых университетов мира. Это делается каждодневным трудом, это на наших глазах. При нем вернули, и уже возвращается медицина. Изначально же медицинский институт был выделен от альма-матера Императорского Казанского университета. Вот сейчас он эти ценности возвращает. И президент Республики Рустам Нурмагомедович, и правительство это крупно это поддерживает. Нельзя не поддерживать по одной простой причине. Потому что наука и фундаментальная, и прикладная, да это во всем мире так. То, что связано со здоровьем человека и всего живого, такие университеты в мире занимаются этими проблемами. Как может из 7 университетов, значит, которые созданы Российской Федерацией, федеральными называются, и большое внимание уделяется, спасибо и правительству, значит, и федеральному, безусловно, они было бы непонятно, если бы они не занимались медициной. На современные, твердые, надежные ноги встает наш университет, ректором которого является ваш земляк, который приветствовал. Он беспокойный человек из Японии. Потому что при всем глубочайшем уважении, и они заслуживают это уважение, плеяда ученых, и по многим направлениям Казанского университета, сейчас появляется и возвращает мы, я говорю, и создаем, уже догоняя самих себя, может быть, и многие направления в мире, счастье медицины. Самым дорогим, что нужно для человека, она не может не заниматься топовый университет. И мы всецело это поддерживаем. И вы можете, Елабужане, гордиться тем, что человек, который вы научили, поставили на ноги, значит, дали путевку в жизнь, это тоже ваше. В этот день в рамках церемонии открытия гостям и участникам форума продемонстрировали планы по развитию системы образования, национальные проекты и технологии обучения. Казанский федеральный университет на примере лицея имени Лобачевского представил видение способов интеграции цифровой экономики в образовании с использованием блокчейн. Параллельно с 10-м международным фестивалем школьных учителей в Японии проходит форум Всемирной ассоциации исследователей в образовании. И ректор КФУ Ильшат Гафуров возглавляет в Токио делегацию Казанского университета. Ректор КФУ обратился к участникам форума с видеоприветствием. Идея фестиваля возникла в стенах нашего Казанского федерального университета, как вы уже, наверное, знаете, 10 лет назад, когда формировался новый федеральный университет на базе большого количества вузов, в том числе и двух педагогических. И стал вопрос, каким образом нам двигаться и развиваться, конкурировать в мире и в нашей стране среди огромного количества университетов. И тогда возникла идея посмотреть, а что же делается в наших регионах, в наших школах, у наших партнеров за пределами нашей страны, каким образом они готовят учительские кадры. И вот этот фестиваль, он носит определенный особый формат совещаний, конференций,
поскольку здесь собираются люди, работающие как и в школе, в детском саду, так и в высших учебных заведениях, которые готовят учительские кадры. Тема 10-го международного фестиваля школьных учителей «Школа перемен». Участники обсудили, как должна измениться роль учителя в век открытой информации, какова эффективность традиционных и новых форматов школьного образования разных стран. Сегодня фестиваль отмечает 10 лет. По школьным меркам это немало. Путь от несмышленого первоклассника до уверенного в себе выпускника. Появились и апробировались новые приемы и методики. Учителя активно стали применять информационные технологии на уроке, формировать востребованные компетенции. Прошел обсуждение и был внедрен профессиональный стандарт учителя. Форум на площадке Елабужского института КФУ проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. В прошлом году обратились к нашему президенту с просьбой, поскольку уже всем понятно, что фестиваль стал традиционным, и нет, наверное, такой силы, которая могла бы его отменить, попросили внести этот фестиваль в наш план министерский, в нашу смету, что Рустам Нургалиевич с удовольствием сделал. Теперь уже это стало нашим штатным государственным мероприятием. Первым докладом в рамках фестиваля стала открытая лекция государственного советника Татарстана Ментимера Шаймиева. Новым проектом первого президента Республики Татарстан является создание школы нового типа «Адымнар». Идея проекта является намного более масштабной, нежели строительство нескольких уникальных школ. К 2022 году 6 таких школ должны появиться в 5 городах республики. По одной в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и 2 в Казани. Обучение в них будет проходить на 3 языках – татарском, русском и английском. Проект поддержал Владимир Путин и Рустам Миниханов. Первый комплекс, который строится на базе Казанской школы номер 165, запланирован к вводу уже в 2020 году. Мы многонациональная страна и многонациональный Татарстан. Поэтому задача наша – находить пути. И когда мы назвали первый комплекс полилингвальный «Адымнар», это шаги. Шаги через знание к миру и согласию. Еще раз напомним, что в качестве слушателей форум посетили более 500 учителей из разных регионов России и зарубежья. В рамках мероприятия модераторами организовано более 100 мастер-классов. Их провели ученые, педагоги, ведущие специалисты в области образования и воспитания из университетов России, Германии, Турции, Индии, Болгарии, Испании, Латвии, Китая. Сейчас мы были или участвовали в 2 мастер-классах. Они были очень интересные о социологических исследованиях. И потом я была на мастер-классе, который касался времени, темы времени. Нам очень нравится программа, которую мы получили. И я привезла группу всего 10 человек. Как говорят, век живи, век учись. У меня вот нынче 40 лет стажа педагогического. Вот сегодня я сидела у Елены Олеговны как первокурсница на занятии. Вот столько она нам дала вот заряд энергии. И вот действительно вот я же знаю литературу, а сегодня вот такие открытия я сделала. Работа фестиваля построена на принципе диалога и возможности не только узнать о лучших практиках, но и рассказать о своих достижениях. Эксперты, ученые и педагоги из разных стран собрались недавно в Елабуге на традиционный летний форум учителей-предметников. Этот международный форум проводился в 10-й раз и собрал в этот раз ученых и педагогов из Германии, Турции, Индии, Болгарии, Испании, Латвии и Китая. Звучали голоса и российских педагогов и экспертов. На форуме было проведено около 100 мастер-классов. Проходили разного рода панельные дискуссии, круглые столы, конференции, читались открытые лекции. Все это проходило в стенах Елабужского университета КФУ. Особняком прозвучала речь государственного советника Республики Татарстан Ментимера Шариповича Шаймиева. На форуме он произнес очень важные слова о важности полилингвального образования.
Он приводил многочисленные факты того, как страны Европы сами пришли к полилингвальному образованию и ушли от моноязычия. Говорил государственный советник и о планах по развитию полилингвального образования. В частности, он сообщил о 6 комплексах, которые откроются в ближайшее время. И один такой полилингвальный комплекс будет запущен и в Елабуге. Ценности полилингвального образования важны в современном глобализационном мире. И недаром Ментимер Шарипович Шаймиев в своей речи акцентировал внимание именно на этом. И отрадно, что он подчеркивает ведущую роль нашего университета в становлении столь действительно важного предмета обучения. Мы вам уже рассказывали о полномасштабных ремонтно-строительных работах, которые проходят на объектах университетской клиники Казанского федерального университета. Сразу в 3 зданиях университетской клиники ремонтно-строительные работы близятся к завершению. Больница на улице Ершова, дом 2, не прекращала свою работу, несмотря на ремонт. Здание университетской клиники на улице Чехова, дом 1, на 2 этаже идут ремонтные работы. По законодательству Российской Федерации должно быть разделение платных услуг и услуг по линии ОМС. Для предоставления платных услуг готовятся палаты с высококачественной отделкой при одно-двухместном размещении с необходимыми санитарными узлами и с полным спектром медицинских услуг. Продолжая тему ремонтно-строительных работ, перейдем к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Казань 2019. Как известно, в соревнованиях примут участие профессионалы 63 стран, соревнуясь в 56 компетенциях. Дело в том, что участники чемпионата будут проживать в студенческих кампусах Казанского федерального университета в деревне Универсиады. А для проведения подготовительных ремонтных работ университетом правительством Российской Федерации выделены необходимые средства. В связи с этим ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров ознакомился с ходом подготовки зданий деревни Универсиады для заселения участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казань 2019 в кампусы студенческих общежитий университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров ознакомился с условиями, в которых будут проживать участники чемпионата WorldSkills на территории деревни Универсиады. Казанским университетом было отремонтировано 6 зданий из 21. Закуплена новая мебель и инвентарь. С изменениями также ознакомились проректоры и руководители структурных подразделений университета. Общежития на территории деревни Универсиады станут доступны для студентов после окончания чемпионата WorldSkills. Также ректор КФУ проинспектировал ход ремонтных работ в других общежитиях университета. На территории студенческого городка ведутся работы, связанные с ремонтом самих зданий. На обходе было принято решение назначить от каждого института сотрудника, который будет следить за техническим состоянием помещений, в которых проживают их студенты. Все ремонтные работы в студенческом городке завершатся до начала заселения. Важным вопросом являются дополнительные места для иногородних студентов. В данный момент ректором ведутся переговоры с ведущими организациями страны о строительстве арендного жилья для студентов и аспирантов. А сейчас мы вам расскажем о супертехнологичном научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, который готовится принимать своих пациентов уже в сентябре месяце этого года. Несмотря на то, что в здании идут ремонтные работы, тем не менее, там уже давно работают научно-исследовательские лаборатории Казанского федерального университета. Там расположен биобанк, геномный центр и многое другое. Так в чем же все-таки фишка научно-клинического центра Казанского федерального университета? Скажем так. Представьте, что вы прошли все стандартные процедуры диагностики онкологии. Ничего вроде бы подозрительного не обнаружено, но технология диагностики, применяемая в научно-клиническом центре университета, позволяет обнаружить признаки рака на более ранней стадии его зарождения. Диагностика проводится на основе генетического метода. Как известно, обнаружение заболевания на более ранней стадии не просто дает гарантированный шанс на излечение, но позволяет помимо этого сберечь время, нервы, здоровье и деньги. Точность диагностики подтвердили сами пациенты, проверившие свои результаты повторно в медицинских центрах Германии. В научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета осуществляют не только диагностику рака,
но и многих других весьма сложных заболеваний, каких узнаем в нашем репортаже. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета – это супертехнологичный медицинский центр, использующий при диагностике и лечении болезни последние достижения в области медицинской науки. Именно здесь будет происходить внедрение в клиническую практику результатов научных исследований. Мы поняли, что невозможно проводить, скажем так, какие-то исследования, еще что-то в рамках стационара того, который пусть лечит, там, где лечится, и там, где образовательный процесс идет. И поэтому Навоково создает сейчас совершенно новый тип трансфера технологий клиника. Она будет называться прецизионной и регенеративной медициной, где будут отрабатываться все омиксные, геномные, протеомные, клеточные технологии. То есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, постдоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Когда несколько лет тому назад Казанский университет присоединил Республиканскую клиническую больницу номер 2, идея была именно в реформатировании больницы в университетскую клинику по международным стандартам. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что врачи оказались просто не готовыми к работе в новом формате. И это неудивительно, потому что они работают в рамках российского законодательства, стандартов лечения, обязательного медицинского страхования, ВМП. И таким образом их основной акцент – это оказание медицинской помощи населению. У них просто не остается ни времени, ни ресурсов для участия в серьезных клинических исследованиях. Именно поэтому было принято решение о создании дополнительного научно-клинического центра прецизионной медицины, прецизионной и регенеративной медицины, который как раз и станет связующим звеном между фундаментальной и прикладной наукой в университете и клинической практикой. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины располагается на улице Волкова, дом 18, рядом с бывшей Шамовской больницей. Сейчас это новый фешенебельный отель «Казан Пэлас Байтасига». Если говорить очень кратко, то понятие «прецизионная медицина» означает, что это медицина, которая объединяет клиническую и молекулярную информацию для понимания биологической основы болезни пациента. Можно сказать еще проще, что для понимания сути болезни используются новейшие достижения науки по расшифровке генома пациента. Регенеративная медицина – развивающаяся дисциплина на стыке тканевой инженерии и молекулярной биологии, которая занимается заменой, созданием или регенерацией человеческих клеток, тканей и органов с целью восстановить или обеспечить их нормальное функционирование. Это достигается путем активации эндогенных стволовых клеток или клеточной терапии. Сегодня полным ходом в помещениях центра ведутся ремонтно-строительные работы, хотя функционирующие в центре лаборатории не прекращают свою работу. Для хранения биологических образцов при сверхнизких температурах в жидком азоте на Волкова 18 располагается полностью сертифицированный для работы университетский биобанк. Есть центр клеточных технологий, где разрабатываются собственные клеточные технологии для лечения различных заболеваний. Здесь же функционирует лаборатория КФУ РИКЕН совместно с ведущим мировым научным центром Японии Институтом РИКЕН. На базе лаборатории КФУ РИКЕН применяются самые последние методы анализа активности генома, так называемый метод КЕЙДЖ. Медицинский геномный центр представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, занимающуюся трансляционными геномными исследованиями с использованием секвенаторов последнего поколения. Здесь исследуются наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Важно и то, что в данной лаборатории создана крупнейшая база данных в СНГ наследственных онкологических мутаций. Часть геномных исследований, проводимых на площадях клинической базы КФУ на Волкова 18, связана с подбором доноров костного мозга. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Русфонд». В рамках проекта создана первая сертифицированная в России лаборатория для NGC генотипирования с применением самых современных методов геномного анализа.
При ряде заболеваний и прежде всего при раке крови спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга, кровотворных стволовых клеток. Для определения подходящего донора необходим геномный анализ. Вот именно этим и занимается совместный проект КФУ и Ростфонда. Кроме того, активно развиваются исследования, связанные с анализом микробиома человека. Дело в том, что в организме человека примерно в 10 раз больше микроорганизмов, чем собственных клеток у человека. Вклад в здоровье этих микроорганизмов огромен. Кишечник и его совокупность микроорганизмов отвечают за нормальное функционирование иммунитета человека. Методы исследования, которые применяют ученые Казанского федерального университета, позволяют оценить вклад этих микроорганизмов в здоровье человека. В 2019 году планируется запуск проекта по трансплантации фекальной микробиоты. Речь идет о переносе микроорганизмов от здоровых индивидуумов к больным, тем самым корректируя их болезненное патологическое состояние. Это новое в мире направление, которое очень активно развивается. Будет создан уникальный центр нейрореабилитации совместно с нашими партнерами из клиники Mayo США. Это один из ведущих центров в области нейрореабилитации. Совместно с нашими зарубежными партнерами у нас уже создана лаборатория двигательной нейрореабилитации, а создание вот этого научно-клинического центра позволит создать новые площади для реабилитации пациентов с травмой спинного мозга, с нейропатиями, с болями. И более того, у нас есть интересные научные проекты, перспективные направления, связанные с нейрорегенерацией, то есть стимуляцией регенерации нервной системы с помощью генных технологий, клеточных технологий. И мы надеемся, что вот именно комбинирование методов нейрорегенерации, восстановления нервной системы и нейрореабилитации позволит достичь уникальных результатов по восстановлению пациентов после перенесенных заболеваний. Но мы надеемся, что мы сможем сделать следующий шаг, совместив методы регенерации и нейрореабилитации. Таких направлений в мире по пальцам одной руки можно насчитать. То есть у нас все-таки клиника это выполняет несколько функций. Прежде всего, это клиника, которая лечит, да, и оказывает услуги населению. Второй момент, как Андрей Павлович сказал, это образовательный центр. Причем вначале студенты тренируются в симуляционном центре. Да? Дальше у нас есть операционная, где проводятся все необходимые манипуляции с животными, а дальше переходят на площадку клиники. Второй или третий уже сегмент – это научно-исследовательский, который будет полностью сконцентрирован на площадке наших лабораторных кампусов. Это и Парижские коммуны, и вот рядом у нас учебный лабораторный корпус. И, конечно же, то, о чем сейчас Андрей Павлович сказал, я думаю, открытие произойдет где-то в сентябре месяце, это на Волково. Там сегодня ряд лабораторий наших уже работают, как бы в научно-исследовательском направлении. А то, что связано с пациентами, я думаю, где-то к сентябрю месяце вы станете свидетелями открытия и этого нашего подразделения. Вот то, что касается финансирования, то там в основном идет финансирование со стороны спонсоров. А сентябрь этого года? В сентябре этого года, конечно. Да. Там ремонтные работы практически завершатся, ну, в течение недели трех, наверное. Поэтому мы постоянно находимся вот в таком режиме, и я думаю, город и население должны это тоже почувствовать. Считанные дни осталось до открытия в Казани научно-клинического центра претензиозной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Пациенты этого центра получат доступ к услугам, которые пока недоступны на отечественном медицинском рынке, в частности, в области ранней и сверхранней диагностики онкологии на генетическом уровне,
на том этапе, когда лечение этого смертельно опасного заболевания не представляет сложностей, не требует хирургического вмешательства и вполне успешно даже в амбулаторных условиях. Другое важное направление деятельности нового медицинского центра – это восстановление опорно-двигательного аппарата людей, пострадавших от травм позвоночника и впоследствии инсультов. Специализация новой клиники на этих двух направлениях не случайна. Именно здесь, в области ранней диагностики рака и лечения опорно-двигательного аппарата, сконцентрированы реальные достижения многолетней совместной работы медиков, биологов, химиков, генетиков Казанского университета. Достижения в виде апробированных в лабораторных и клинических условиях новых методов диагностики и лечения данных заболеваний в виде новых лекарственных препаратов. Собственно, именно эти методы и лекарства будут предложены пациентам новой клиники. Кроме того, планируется, что именно здесь будут развернуты широкие клинические испытания целой линейки антираковых, антиартритных и других препаратов, разработанных в стенах КФУ и уже прошедших лабораторный этап испытаний, в том числе препаратов, дающих надежду на выживание больных в терминальных стадиях рака, больных, которым нынешняя система здравоохранения может предложить в лучшем случае лишь паллиативную помощь. Новый научно-клинический центр КФУ должен решить задачу ускоренной передачи достижений науки, сконцентрированных в университете, в практическое здравоохранение, обеспечить так называемую трансляционную медицину. И в этом своем качестве, возможно, новый центр сможет стать прообразом или одним из прообразов будущей отечественной системы здравоохранения, ключевая проблема которой сегодня – это слабая восприимчивость к последним достижениям медицинской науки и недостаточная компетентность врачебного корпуса, в своей массе не способного выявлять на ранних стадиях признаки серьезных заболеваний, тех заболеваний, что обеспечивают сегодня основную смертную статистику. Это сердечно-сосудистые и онкология. Не от хорошей жизни Минздрав Российской Федерации выступил на днях с инициативой дополнительно премировать врачей, которые смогли выявить раннюю онкологию в ходе плановой диспансеризации населения, аж на целых 1000 рублей. Станет ли эта премия в 1000 рублей большой мотивацией для рядовых врачей, рядовых больниц получать новые знания и компетенции – большой вопрос, особенно с учетом сложности этих знаний и перегруженности персонала больниц бюрократической рутиной. Но симптом эта инициатива обозначила точно. Разрыв между достижениями медицинской науки и практическим применением этих знаний в отечественной системе здравоохранения пугающе велик. Так, по данным Российской академии медицинских наук, на 10 тысяч единиц знаний, накопленных учеными-медиками, среднестатистический российский врач использует лишь единицу. И такое положение дел просто обесмысливает отечественную медицинскую науку, поскольку накопление знаний в ней все больше превращается в накопление ради накопления и остается совершенно невостребованным в отечественной медицинской практике, застрявшей в 70-х годах прошлого века. В этом контексте создание научно-клинического центра Казанского университета – это способ преодолеть тот катастрофический разрыв между новыми знаниями в медицине и пациентами, которым эти знания нужны. Наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Если вам понравились наши программы университетского телевидения и вы хотите посмотреть их в записи, то вы можете это сделать, посетив наш сайт. Набираете в поисковых системах «Студенческий телеканал Универ ТВ», нажимаете на ссылку, и вот вы уже находитесь на нашем главном сайте. Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов.